видео теперь снимаю. Вова, привет! Привет всем! Привет, привет! Коля! Начинай! Вон в Сирию полетел самолет. Надо тоже заснять. Ну ничего, не замерзли, Андрей? Нет, хорошо, очень даже. Так, подождите, подождите, внимание, еще раз для, на камеру. Вов, давай. Не снега себе. Вот так. Это нормально. О. Крокодил. Это щука? Поцелуй его. Пока у меня зубы. Боишься? Хвостик красненький. Да? Хвостик красненький. Вау, конечно. А ты сядь, проедь, да и все. На такси на этой. Красивый. Килограмм 4. Нормальный ты, ты мешок. Да, давай. Я не укусил тебя. Что-то нету. Вот. Блин, очень большой. Чёс. Блин, вот его удок. А че, че, да? А че, умрёшь ты уже? Да звон. Ну давайте его положим. Че, спрашивает? Давай, передай. Отойди, Никитка, маленький, солнце. Че там, рыбаки? Готов пистолет дом. Ага. Ну, посолил, да? Да-да-да. Все уже. Демонстрируйте, пожалуйста, еще раз. Ну-ка. Отойди со света, а? О. Баранинка, да, Коль? Да, баранинка. Вот, ребят. Мы находимся сегодня, 5 ноября, в день Максовского дня рождения. Мы находимся на Бии. Да. Ну, Макс, жди, мы скоро сготовим шулюм, блядь. Нальем, блядь. Азиатский ром. Азиатский ром, блядь, и выпьем, блядь, за твое здоровье, Макс. Вот, чтоб ты, блядь, в общем-то, всегда был с нами, рядом. Всегда был здоров. И всегда был здоров, и чтобы, блядь, вообще у тебя все клеилось в жизни, блядь. Но самое главное, Макс, не забывай друзей. И мужскую дружбу с нами. Правильно? Оно сейчас будет. Давай. Куда, да? Не-не-не, сейчас пока ничего не бьем. Сейчас там капустим. Маленько еще. Картошечка, как сказать, в этом потушится. В мяске. Так, это у нас шпикачики. Вот они такие красивые, все румяненькие, все. Производство Николя. Я тебя убью, Костюша. Иди, выходи.
соленая? Не, ну, ну соленая, соленая, ну. Соленая. Пересоленая. Щеку. Я соленая. А что, блин-то? Я видео снимаю. Вот я вроде бы тоже так же вижу природу. Угу. Ну, я ее по-своему вижу. Вот знаешь, я даже плыву на лодке и думаю, где зверок какой может выплыть. Угу. И я уже чувствую. А с города приедут, они, ну, вот как лупошарики просто сидят, блядь. Они же все равно этого не видят, блядь. А для меня, я уже знаю, допустим, вот здесь вот это бобер проплыл, да? Угу, проехал. Ну. Здесь норка там, да? Да. Вылезет сейчас. Тут лось. Здесь страус проскакал. Держи. Продай. Интересно все равно это общаться с природой. Да, блядь, как же она, эта матушка нас, блядь, терпит-то, блядь. Таких, такие мы нехорошие бываем-то. Конечно. Да. Учкудук, три колоса. Защити нас от солнца. Один был Чебурашка, другой Семипупсиха. Он бил ее по пузу, как будто в барабан. И сеяла, и жала, и плавила металл. Наверное, я все собрал. Гимнастерка, с ума меня. А ветки вам в эти вот заткнутые. Никор, можешь желание маски довести? Давай же идем. Не, а там уже маски бензинчики нет. Вот так, вот такой у нас будет. Почему? Да. Можно еще завести? Ну можно, но зачем? Мы за это, нам этого хватит пока. Сейчас оно все разгорится тут. Ладно. Вот тут еще порох. А, да? Ну, надо это самого. Можно ставить что-то. Давай, вот эту переногу. Не хаус. Ты сначала хотел там это. Маслица нам надо. Маслица. Сначала прокинуть, его прожарим. Потом. Можно туда хлеба просто. Знаешь? Комментарий. Вот к этой, небольшой комментарий вот к этой тарелочке. Ага. Будь добр. Такой. Комментарий вот к этой тарелочке. Комментарий к этой тарелочке могу добавить следующее, что это у нас мясо косули, которое мы добыли в честной охоте, как говорится, в горах Горного Алтая. И сейчас мы можем с удовольствием себе позволить. Да, чашечку мяса пожарить с хорошей компанией. Вот, вкусно покушать. Тонкая рябина, голову по... А можно вот так, смотрите. Я себе штаны высушу. Смотри, что высушишь сейчас.
офигенный свист. Чудо, а? Ты меня любишь, малюешь по клюве. Блин, ну еще бы. Небольшой комментарий к этому ролику. Сейчас Коля достает ружье. Справа от меня. Возле дороги, наверху, на деревьях, косачьи сидят, штук 30-40. Сейчас Коля ружьишко соберет и сделает пару выстрелов. Может быть, снимет одного. Вон сидят, там вон сидят косачьи, вон на самом верху. Крупные. Вот Коля сейчас возвращается со стрельбища. Так получилось, что это самое, одного подстрелили, но мы его не нашли, к сожалению. Вот. Я вообще затейливое занятие. Но надо издалека, конечно, ходить. Ну, хорошие, красивые косачи. Красиво, так пролетели, сейчас они пошли. Да, да, да. Ага, жопы только белые, их видно было. Пару куриц бы взять бы нам. Ох, блин. Красота бы была. Ну вот такие вот поля полные.